Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и сегодня мы продолжаем прохождение Rise and Shine. Короче говоря, играем за этого пацана с огромной пушкой, и сейчас мы будем валить эту тварь. Так, короче говоря, мне советовали забраться на него, опа-на, и... Ух ты! Так, давай, тихо, нет! Нас разнесло на мелкие кусочки. Первый раз сижу на бэкстейдже летсплея. Да, вот так вот. Сегодня у нас такой вот бэкстейдж летсплея. Запись со стрима это у нас будет. Так, короче говоря, патроны без режима наведения. Быстро проходим на этого говнаря. Давай, тихо, нет. Спокойно. Сейчас все будет. Неудачные моменты я не вырезаю, потому что это все часть как бы игры. Я не хочу показать себя великим игроком, проплеером, который как бы только идеально все проходит. Поэтому мы с вами вот делаем вот так вот. Ух ты ж, блин, да ладно, ну на бомб, ну как так-то? Зачем ты сюда кинул бомб? Ты должен был туда кидать, а я должен был этот двигатель убить. Блин, между прочим, вот та запись, которая у нас не получилась, там я просто его с первого раза взял, прошел и завалил. Да давай, вали ты отсюда. Перезаряжаемся. Сколько игра стоит? Игра стоит, слушай, боюсь соврать. Так, давай, хорошо. Так, тихо. Ага, давай. Хорошо. Все, есть. Вот так вот. Легко мы его валим. И теперь обратно на платформу. Хе-хе-хе. Отлично. Завалили говнюка. Эй, привет, Юрий. Всем привет, друзья, кто только присоединился. У нас тут запись летсплея по игре Rise and Shine. Rise and Shine. Буквально пару дней назад я записал по ней видео. Вам безумно понравилось. В комментариях народ был в восторге. Лайков очень много. И я понял, что эта игруля стоит того, чтобы в нее поиграть. И мы сейчас будем, кстати говоря, валить огромного робота 999 уровня. О, он Флэппи Бёрд полетел. Короче говоря, мы на том моменте, где мы в прошлый раз, в самом начале игры, точнее, закончили. Приходит этот тварюга, и нам сейчас... Так, у него есть ХП сверху, у него есть три жизни, я так понимаю, три стадии, да? Тихо. Хе-хе-хе-хе. Угадал? Так, отлично, хорошо. Это что за крокозябры тут такие полетели? Стой, подожди. Тихо! Ух! Хорошо. Он нас разнес на мелкие кусочки. Он нас просто уничтожил. Я аж прыгнул нормально, блин. Чтоб тебя вообще, короче, черти это. Я не знаю, что с тобой делали, короче. Но ты, сволота такая, короче, у меня сейчас будешь огребать. Так, быстро. Просто просаживай. Неистово просаживаем. Так, тихо. Ага. Есть. Хорошо. Так, есть. Завалили. Теперь мы валим вот это вот дерьмо. Отлично, с первой попытки же. Фу, эй, привет, друзья, кто только присоединился к нам. Всем привет. Мы, короче, проходим Rise and Shine. Вались, урод большой и маленький. Ну, ты, конечно, большой. Маленький урод не вались. Маленький урод — это я, который валит большого урода. Конечно же, я тебе сейчас всю эту хрень подстреляю, ты здесь. Так, у него пошла просадка ракетами. Ага. Так, здесь, короче, лучше не стрелять, когда он ракетами просаживает. Тихо! Тихо! Блин, нифига он закидывает стол, а? Вы посмотрите, какая жесткая вторая фаза, а? Сейчас мы, короче, с ним разберемся. Тя-тя! Донат спас. Просто. Заказал музыку, а она не играет, равно беда-беда огорчение. Ой, беда-беда огорчение. Там, да, музычка играет на самом деле. Я... Тихо. Сейчас. Есть. Тихо, секундочку. Сейчас мы... классная песня. Классная песенка, но мы ее врубим после того, как перейдем в режим общения после этой игры. На играх мы музычку не врубаем. Вот. Всем спокойной ночи, кто расходится, друзья. Толин, да, сейчас мы это дело затащим здесь, и будет дальше музычка. Так. Опа. Ага.
Тихо. Что ты меня здесь с этим дерьмом напрягаешь? Я тебя сейчас... Так. Ракеты пошли. Так, во время ракет не стреляем. Воу! Тащим. Просто втаскиваем этому уроду. Ага. Минус. Есть! Так, главное сейчас попасть. Все. Последний шанс. Есть! Мы его затащили. Так, друзья, всем спокойной ночи, кто расходится. Да-да-да. И тут с анимацией смерти схалтурили. Этого дрожания со взрывом где только нет. А поверить не могу. Ты только что победил огромного робота-убийцу. Как такое вообще возможно? Ага, как бы не так. Это наши проводники показали нам, как это нужно делать, пацан. Пошли, нам еще надо добраться до дворца. Опа-на. Новый замес? Нет, лодочка какая-то приплыла. Прилетела. Эй, пацан, ты как? Нормально. Мы прибыли сюда как раз в тот момент, когда ты уничтожил эту огромную тварь. А ты находчивый пацан. Что есть, то есть. Спасибо, что подобрали меня. Меня зовут Дуэйн. Как звать эту девочку, не знаю, но мы пытаемся улететь как можно дальше от этой проклятой войны. Привет, я Райс. Рад познакомству. Опа, она втюрилась, Найс, смотрите. Я нашел ее всего час назад. Она сидела на остатках скамейки и безучастно смотрела на разрушенное здание. Видимо, там осталась ее семья. Бедняжка с тех пор ни слова не сказала. Да, надеюсь, она поправит. Надеюсь, она поправится. Нам пора идти. Скоро здесь будет полным-полно этих тупых качков. Я вижу с тобой Шайн. Ты знаешь о Шайне? Конечно, он знает. Я в каком-то смысле знаменитость. Вот если тебя бы кто-то узнал, тогда я бы удивился. Я знаю достаточно, чтобы встревожиться, увидев его в руках такого пацана. Что случилось с легендарным воином? Он спас много людей в Кэнди Молле, в том числе меня, но его убил космический солдафон. Просто мой отец всегда рассказывал мне истории о том, что легендарный воин бессмертен и побеждает все, что угрожает игре Земле. У меня есть игрушечная модель этого воина, которую мама подарила мне на день рождения, когда я увидел его там в торговом центре. Я знаю, пацан, на игре Земле ничего не происходит случайно. Если воин перед гибелью отдал тебе Шайна, значит, создатели так хотели, чтобы это случилось. А проводники помогают тебе прямо сейчас. Нет более сильного союзника, чем проводник, Райс. Лишь некоторые люди на этой планете становятся избранниками проводников, что позволяет им делать поразительные вещи. Надеюсь, еще есть надежда повернуть эту войну вспять. Я пытался выжить с тех самых пор, как получил Шайна, но солдафоны появляются везде, куда бы я ни пошел. Я уже умер несколько раз и продолжаю воскресать. Не знаю, долго ли смогу так еще продолжать. Когда тебя расстреливают, и ты разлетаешь на крошечный кусок. Это очень больно. О, началось нытье. Блин, господи, да сколько диалогов. О, не радуйся, ты его еле убил. Не повезло, все нормально, я его затащил, нормальненько. Еще воин сказал мне отнести Шайна во дворец, а король знает, что делать дальше. Дворец? Я видел, что там солдафоны устроили. Они использовали против королевских войск химическое оружие. Король, наверное, уже за 1000 километров отсюда, если он вообще еще жив. Ну, но я чувствую, что мой проводник все равно хочет отвезти меня туда. Это мой единственный план, а проводник это я, наверное, да? Верно. Твои проводники любят забрасывать тебя в самое пекло, пацан. Если хочешь, я подброшу тебя ко дворцу, но только до входа в сад. Только создатели знают, что этот ядовитый газ делает с людьми, и я не буду приближаться к нему с маленькой девочкой на борту. Кажется, где-то в трюме у меня завалялся противогаз. О, отлично! Надеюсь, ужасы, которые ты там увидишь, не будут преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Врубай, Мазон, хорош читать литературный. Вот такой литературный вечер. Что ты там устроил? Бардак. Сейчас мы все затащим здесь. Бам. Гов, прыжки по грузовикам, название не помню. Тетя колдуй чур селить. Гапалчутя, кукла. Да ладно. И, Динар, спасибо большое. Это кластер-трак игра называется. Ну что, здорово мы их ядовитым газом, верно? Вот так теперь по-быстрому завоевывают планеты. Мне лично больше нравится по-старому, со стрельбой и расчленкой. Но кто я такой, чтобы обсуждать методы командира? Да, он, похоже, сторонник оптимизации массового убийства. Обожает Agile, Scrum и все такое. Господи, это айтишники какие-то. Кстати, почему это мы так спокойно и расслабленно болтаем, стоя рядом со взрывоопасными бочками? Не знаю, чувак, странно, что мы освоили космические путешествия, но до сих пор используем легко воспламеняющееся ископаемое топливо. А капец вам, косаруч, пацаны.
Пиу! Ангелочка, валить! Стой, 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 не уйдете! Тихо, ты кто? Подожди, стой! Ты... Это, короче, какая-то джедайская проверка. Ага, все, завалил. Так, он после себя оставляет еще всякое дерьмо, короче, разлетается. Сейчас мы будем... Так, тихо, прячемся. Опа-на! Тихо. Спокойно. Спокойно, пацаны. Ну-ка, давайте без вот этого дерьма. Тихо ты. Эх, пацан разлетелся. Маленький мальчик разлетелся. Всем привет, я только присоединился, друзья. Мы играем в Rise and Shine. У нас здесь бэкстейдж, запись летсплеев. Опа-на. Нам еще вот эту тварь надо завалить. Стой, подожди, а у нас вот это вот против электроники же, да? Ага. Все, верно. Так. Тихо, тихо. Сейчас мы... Подожди, а кто? Я понял, сейчас, подожди, сейчас мы, короче, совсем разберемся. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Так. Короче, есть перезарядочка. Переключаемся на энергетические патроны. Так, быстренько валим этих уродов. Так, этот... Нас что-то колбасит, между прочим. Ну, давай! Подыхай, тварь! Да ну сколько можно? А, тебя не берет... Ага, все. Так, ну-ка, урод, давай, вставай. Вот так вот башню мы снесли. Все, я врубился. Блин, этого козла не брали энергетический патрон. Ну-ка, никуда ты не полетишь. Осел, блин. Тихо, спокойно. У нас здесь еще мины. Ух ты ж, елки! Я надеюсь, нам не придется валить этих уродов заново. Хе-хе, спасибо. Так, где они были? Опа. Немножко отхватили, но ничего страшного. Мы... Саморегенерируемся, блин. Так, это что там? Ах ты ж, тварь какая, а? Опа. Да ну, откуда у вас здесь столько? Ребят, 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 пожалуйста, не надо! Я не хочу умирать! Прошу вас, только не убивайте. Опа, бум, отхватил. Фу, спокойно. Ага, я понял. Бочка, бам. Опа. Кто там посмеивается? Какая тварь там смеет вообще нами ржать? Так, если есть укрытие, значит надо... О, большие проблемы. У нас... Так, слышь, пацан, ну-ка энергетическими тебя можно взять? Эй, можно! Так, тихо, перезарядка. Ну-ка, давай-ка. И теперь обычными. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну-ка, давай. Тихо, тихо. Стой, не улетишь, не улетишь. Сволота такая, стой. Блин, козел, улетел, а? Штука рядом стреляет. Какая штука рядом стреляет? Сейчас разберем, сейчас со всеми штуками разберемся. Которые стреляют, а которые... Да ладно, ты выжил, что ли? Он завалил проход, куда мы прошли. По манере речи чем-то похож на... Ну, не знаю, это, наверное, как комплимент стоит. Ага. Опа. Подожди. Один выстрел зарядка, два выстрела разрядка. А смотри, кто-то еще жив. Мне это совсем не нравится. Грар, ни хрена себе зомбак. Тихо, подожди. Тут...
Похоже, космические солдафоны создали ядовитый газ, который не просто убивает людей. Даже просто использовать химическое оружие на мирных жителях — откровенное скотство. Но превращать их в зомби, пожирающих мозги, сразу видно работу мерзкого, подлого, коварного, злого гения. Это война, это неправильно. Как люди вообще на такое способны? Война — это единственная игра, в которой нет правил, пацан. Вот так вот, понял? Пацан. Сейчас мы... Пока загораем, зажигаем свет. Берем какую-то хрень. Так, не спеши забиваться в угол и сворачиваться в клубок, пацан. Похоже, мы нашли мой фонарик. Как раз когда нужно было видеть в темноте. Я от этих создателей иногда просто угораю. Ага. Вали отсюда нахрен, блин. Слышь ты, хлюпающая хрень. Опа. Бам, хедшот. Бам, хедшот. Сейчас мы тут всех быстренько завалим. Тихо, 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 пацанчики. Ну-ка, опа, опа-на. Все, спокойненько. Говорящий пистолет. Говорящий пистолет очень крутой, между прочим. Он, опа-на, нас заперли. Что это? Да на тебе. У нас перезарядка, во время перезарядки. Почему этот хлюпающий звук, блин, такой громкий? Да ну ладно, они совсем не страшны, они сносят с одного выстрела, но... Почему мне должно быть от этого страшно? И почему этот хлюпающий звук такой громкий? Ой-ой-ой, ну-ка. А, я понял. Ой-ой-ой, мы сломали выключатель. Так, спокойненько, сейчас надо нам пулькой пролететь. Опа-на. Так, давай-давай-давай. О, там пошла просадка. Ни хрена себе, вот это да. Тихо-тихо-тихо-тихо. А почему они пролетают насквозь этого дерьма? Почему я так не могу? А куда нам... Тихо-тихо-тихо, опа-на. Хе-хе-хе. Загадочки здесь, конечно, очень изи. Очень изи загадочки. Опа-на. Тихо. Вырубаем. Штурмовая хрень какая-то. Штурмовой танк здесь. Опа-на. Он сейчас нас будет жарить, походу. Да? Вот так вот? То есть ты, типа, чуткий пацан, который нас жаривает нахрен, если мы тебя не убьем быстро? Ух ты. Тихо. Спокойно. Не надо со мной тут это. Вы. Так, а нам не за ним. Ай, маленький при. Покуха. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, это что за каракатица? Так, это какие-то черепки к нам катятся, но я не знаю, они взрываются или нет. Куда-то мы прошли. Куда-то мы прошли. Флот солдафонов на орбите вокруг Игры Земли. Командир, от наших войск поступило сообщение, что 8-битный город и весь материк Ретро захвачены. В своем прогнозе продолжительности сражения вы ошиблись всего на 17 секунд, сэр. Пф. Генералу, командующего штурмом и его солдатам на месяц урезать паёк в 3 раза. Может, так они научатся соблюдать планы. Да, сэр. Что с моей женой и сыном, Райзом? Вам уже удалось их найти после вашей неуклюжей бестолковой атаки? Вот это поворот! Командир, об этом я пришел вам рассказать. Я только что узнал, что пацан, за которым вы гонялись в дворцовом саду, и есть ваш сын Райс. У него с собой странное оружие с бесконечным количеством воскрешений. Мы все еще не понимаем, как ваш сын нейтрализует наши войска, который раз, когда мы его выносим, он снова возрождается. Но до недавнего времени мы и не подозревали, что он ваш сын. Сэр, у моего сына Шайн. Это все меняет. Подготовьте мой линкор. Я возьму это дело в свои руки. А вы, неумехи, продолжайте противостоять ему. Он не должен продвинуться вперед. Сделайте все, что для этого нужно. Мне плевать, даже если придется завалить его кучей мертвых солдафонов. Его нужно остановить. Есть, сэр. Охренеть, нифига себе, наш отец напал, короче, на нас. И хочет нас завалить, остановить. Да ну ладно, папань, ты че? Слышь, ты охренел там? Командующий флотом, он же был типа героем. Он же типа там это, короче, типа великий герой, там все дела. Так, это дерьмо можем зарядить.
Ага, спасибо. Воу-в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 оу. Подожди. Спокуха! Братуха! Как тебя... Подожди, а как тебя валить? Ага, пока нас этот шмендель, короче, пытается завалить, нам надо стрелять в эту хрень. Я понял. То есть уворачиваться от бомб и расстреливать стенку. Так. Окей, бац, первый выстрел есть. Эй, Бест, привет, привет тебе, добро пожаловать. Всем привет, кто присоединился к нам. А, мы здесь записываем, так сказать, Let's Play, мать его, по Rise and Shine, блин. Так, еще один заряд пошел. Хорошо. Все, пробили. Пробили, погнали. А это кто? Его кто-то... Погоди, а что это за персонаж был? Я не узнал, из какой-то игры. Здесь куча отсылок к разным играм. А, что это был за хмырь, который превратил его в курицу? Да подожди ты. Хорошо. Так, у нас... Марафака! А чё я от него убегал? Вот это, блин, поворот. Дурацкий танк какой-то. Вообще не может ни хрена сделать. Так, ну, давай. Давай, быстренько. Так, у нас там сундучок. Как нам к сундучку пробраться? Так. Мне интересно, мы успеем сегодня это дело пройти или нет вообще? Так. Опа. Так, ага, я понял. Подожди. А как стрелять? Ух ты ж, да ладно, подожди. Вот это да, вы это видите? Здесь, блин, ой-ой-ой, она в нас обратно стреляет. Вот это охренеть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Опа. Тихо-тихо-тихо. Пью! Прям в башню с первого раза. На тебе, тварь. На тебе, понял? Кто-то там заржал. Лютая ржака. Смотреть до конца бесплатно и без смс, между прочим. Так, сундучок берем. Здесь у нас дополнительный патрон. Должны быть, да, дополнительный заряд. Давай, перезаряжайся. 13 патронов у нас уже. 13, хорошее число. Так, вы кто такие? Чьих будете, а? Так, я понял. Тихо! Нас завалили. Нас, блин, завалили. Нажмите любую клавишу. Сейчас мы этих... Так, минус. Я понял. Да ну ладно тебе, подожди, что ты меня валишь-то? Стой, я должен всех вас валить, я же супергерой, а не вы. Ну ладно, я хотя бы воскрешаю бесконечное число раз, а вы не умеете. Так, минус. Минус. А ты когда минуснешься, слышь? Как тебя валить-то? Стой. Может тебя... Ага. Вот так вот, козел. Энергетически мы сносим ему щиты, а потом его просто пробиваем. Ай, пропустил патрон, блин, жалко. Ну ладно, мы уже возвращаться не будем. А, пройдут только мертвые, прелестно. А, да уж, что-то я не хочу туда идти. А, наверное, тяжело идти в грязных подгузниках, но тебе нужно добраться до дворца. Да нам похрену, мы же... Спокойно. Я понял. Давай, убивай меня. И черепушка покатилась. Вот это, стой. Вот это прикол, нифига себе. Что сейчас произошло? А, ты прошел сквозь голема. Они любят испытывать людей на храбрость. Ага. Тихо. Куда ты стреляешь, ты дурень? Мать твою, не падай в это болото, жижу проклятую. Ага, я понял. Ладно. Так, короче, погнали. Давай, вот эту хрень мы сбиваем. Перезаряжаемся. Теперь мы сбиваем вот эту вот хрень. И вот эту вот хрень. И вот эту вот хрень. Тихо!
Спокойно. И вот это вот. Тихо. А куда? Падает большая шняга. Она падает на меня. Вот тварь какая. Так. Ага. Тихо. Спокойно. Вот так. Ага. Я понял. Да ладно, откуда там ты летел? Я уже смотрел в другую сторону, так нечестно, блин. Я когда смотрю в другую сторону, ты не должна в меня лететь, блин. Коза. Дереза. Тихо. Ракета. Тихо-тихо. Опа. А чё у вас так много-то? Слышите, запарили. Все нормально. Сейчас я буду дышать не очень ровно, но с осознанием дела просто стрелять. Так, четко, четко мы стреляем. Угу. Минус. Есть. Так, короче говоря, по нам иногда просаживают эти... Тихо. Так, монстры кончились. У нас хилка будет. Алло! Хилка! Так, мост где-то вот здесь у нас упадет. Все, хорошо. Все, действительно, надо просто ровненько дышать, надо не напрягаться. Ура, разновная насадка! Конечно, я могу догадаться, что она делает. Да, твои пули будут громко взрываться. Смотри, не взорви свой крохотный зад. Да кому нужны эти туториалы? Сейчас разберемся, подожди. О, это гранатомет обычный. Нет, подожди. Стой. Вот так. Подожди, а почему он мимо тебя проехал? Ай, подожди, он уже сказал, не разорви свой зад. Так, у него... Он отталкивается, подожди. Стой. Как у тебя? Так, его мы так вот отталкиваем. Бум. Ага, она прилипает. Давай, 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 прилепливайся. Да тихо ты! Подожди. Перезаряжайся. Прилипай. А я не понял, подожди, как тебя прилипать? Слышь ты? Угу. Сейчас попробуем вот так. Да ладно тебе. Спасибо. Да, я бы даже на самом деле не знаю, когда попробовал. Так, ну давай, какая-нибудь контрольная точка здесь и погнали. Ух ты ж, ёшкин кот. Какой большой босс. Я пленник этих блестящих штук, помоги мне, дитя. Я вижу, тебя сопровождает проводник. Эти гадкие космические паразиты почти разрушили мое тело и мое сердце. Еле бьется, проклятые, проклятые космические паразиты. Так, все, давайте на этом заканчивать. Короче, Rise and Shine у нас все, подошел к концу. Да, на этом все. С вами был Рос на канале Мидкуршоу, игра Rise and Shine. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и всем пока.